Привет всем! Привет! У меня гость в студии. Гость, представься. Я Эвача. Кто меня не видел, я Эвача. Вот, кто ее не видел, это Эвача. А, моя дочка. И сегодня я хочу задать Эвачан. Да, Эвачан, это очень серьезно. Задать Эвачан пару вопросов о буддизме. Эвачан будет отвечать. Эвачан, что ты знаешь о Будде? Кто такой Будда? Ну, это статуя, которая самая древняя, не совсем древняя, но она ожила, если о ней заботиться. Оживает, если о ней заботиться. Хорошо, да, она оживает. А, угу. Да, еще. Это сказка, сказкой наметена, если заботиться о Будде, она тебе тоже добро сделает. Угу. А, Эвачан, а ты знаешь, кто такой Амида-сама? Нет. Не знаешь, хорошо. А кто такой Оджизо-сан? Оджизо-сан – это тоже маленькие такие статуэтки, только живые. И они тоже помогают, как Будды. Угу, как Будды помогают, хорошо. Если они заботятся, угу. Конечно. А что нужно делать, как нужно заботиться о статуе, чтобы она тебе помогла? Ну, например, ей еду давать, или сапочку, например, давать, как у кого нет сапочки. Если у статуи нет шапочки, то есть давать ей шапочку. Когда снег, ей очень холодно. Угу, да. Поэтому некоторые так и делают, даже пластмассовые дают. Угу. А, хорошо. А ты знаешь, такое учение называется буддизм, да? Буддизм. Слышала? Ну, почти. Угу, хорошо. Я думаю, что это когда почти палочку делают, и если не делать, и ей это тачат. А, ну хорошо, то есть это ты сидишь красиво, да, тихо, и если ты не сидишь тихо, то тебя палочкой тачат, в смысле ударяют, да? Хорошо. А, отлично. Еще один вопрос, Эвачан. А чему вас учили в садике? Ты помнишь? Ну, особо тем, что я себе сказала. Если тихо не делать, тогда называют тебя нехорошими, вместо того, что палкой бить. Называют, если ты не ведешь себя тихо, да? Угу. Хорошо. И говорят, что надо повторять, и это очень заразает меня. Что надо повторять? Сидеть тихо. Сидеть тихо. Угу. Если не сидишь тихо, тебе повторять это надо. Повторять? А, опять сидеть тихо, да? Угу. Угу, хорошо. Угу. Почему? Чем больше ты этого не делаешь, тем хуже. Угу. И тем много тебе заставляют тихо делать. Тихо сидеть, да. Угу. Вот. Хорошо. Это представление Эвачан о буддизме. Эвачан, а что такое быть хорошим человеком? Как ты считаешь? Ну, например, кормить птичек, где надо. Да, заботиться о питомцах, оберегать воду. Воду беречь, да, хорошо. И всякое-всякое. Отлично. Да. Спасибо, Эвачан. Это было очень хорошее интервью. Эвачан прекрасно справилась. Вот. Хорошо, Эвачан. Вот, Эвачан может идти. Эвачан может идти.